Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вторжение. Ну что же, я думаю, нам еще два уровня, и будет у нас вот этот вот босс-осьминог. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь, но мне кажется, именно он тут будет. Смотрите, он лодки ломает, да, и пальмы вырывает с корнями. Пора его проучить как следует. Рота, подъем, здесь вам не тут. Не курорт тропический, а зона боевых действий. Рыть окопы, бегом марш. Теперь ты в армии. Вот так называется у нас миссия. Ну что же, хорошо. Во-первых, мы освободим ячейку. Так, освободили, и теперь давайте подумаем, кого нам взять. Слушай, я хочу, ребят, попробовать вот этого нового персонажа. Универсальный колдун из класса шамановых. И развлечь, и задержать, и станцевать гораст. И у него, ребят, паралич поочередно оглушает несколько целей. Давайте возьмем, наверное, вместо целителя, я думаю. Вот так вот. Посмотрим. Ну и, естественно, подрывничка. Смотрите, что за дела. Я вчера играл, да, у меня вот этот рыцарь был первого уровня. Сегодня он уже опять у меня третьего. Что с игрой происходит, я не знаю. Ну что, поехали начать. Заодно и посмотрим, что у нас умеет делать шаман. И как он это делает, вот что самое главное. Да начнется бойня. Смирно, слушать сюда, парыши. Сегодня я сделаю из вас солдат. Эй, ты чего? Кто посмел вякнуть? Умники и болтуны будут драить туалеты. Что ты вылупился? У тебя 15 секунд на постройку башен. Теперь ты в армии. Понятно. Дедовщина пошла. Ну что же, я вижу, у нас, ребята, с вами всего лишь одна дорожка, да, которую мы должны защищать. И очень много подходов. Значит, мы сделаем так. Сюда я поставлю бомбардира. Почему мне так мало денег дали? Эй, роднули? Так дело не пойдет. Давай тогда сюда мы поставим с вами шамана и... Морские ежи и те двигаются быстрее. Ты здесь помереть собрался? Враг уже у ворот. Действуем по плану. Цитадель. Отступать некуда. За вами я. Обрадовал тоже мне. Так, двулик встанет у меня здесь. Молния я поставлю сюда, ну а сам встану вот здесь вот. Денежек, конечно, очень, ребята, мало. Я даже ничего не могу вызвать. Так, давай-ка, наверное, сюда еще ниндзю призовем. На всякий-всякий случай. Ну что, вперед. Запускаем и смотрим. Так, ну опять эти тухлорыбы идут. Для нас это изи. Так, мой там дрон шуршит. Ну, идут. Идут опарыши. Ладно, хорошо. Слушай, я даже думаю, что нам лучше вот сюда встать. Какая разница, да, что мы на мосту будем стоять, что вот здесь вот. На передовой. Шаман, ты хоть что-нибудь будешь делать? Я не вижу, чтоб ты там что-то делал. Горбун. Упал, ты понял? Его просто завалили. Да, ватный парень оказался. Из семейства шамановых. Ладно, надеюсь... А, мы можем его прокачать. Может, он из-за этого был такой слабенький? Он может вызвать паралич, насколько мы помним. Да чтоб тебе, он опять упал. Ну и вата, а, ты парнишка. Это все тухлорыбники. Они, ребята, могут отравлять. Видите, да? Даже бомбардир там не выдерживает. Что-то тут не то. Ты посмотри. Мы только начали играть, и нас уже тут потихоньку разбирают. Не, парни, так дело не пойдет. Давайте срочно вызывать друида. Друид, помогай нам. Я тебя немножко прокачаю. Опачки, опачки. Ты посмотри, что происходит. Эй-эй-эй-эй. Родные вернулись, вернулись в строй. Куда это вы погнали? На, в лоб. И ему это не помешало, ребят, продолжать движение. Давай лучников выставим. Даже, наверное, несколько. Так, здесь я поставлю ниндзю. Ну, самое главное, нужно прокачивать. Потихоньку, потихоньку. Наша армия должна крепнуть. Так, что-то мой красавчик как-то здесь очень вяленько себя ведет. Но, тем не менее, справились. Вызываем следующую волну. Салаги, вы деретесь хуже старушек в моей деревне. Ты зачем вступил в армию? Чтобы убивать. Значит, ты убийца. У тебя есть боевой оскал? Что? А, вот это боевой оскал. Теперь покажи свой боевой оскал. Это гоблинская отрыжка. Собрался рассмешить их до смерти. А теперь покажи это жабролицем. Скал жабролицем. Ладно, хорошо, покажем. Постараемся, по крайней мере.
Шаман, ты давай не дуркуй. Давай работай на 100%. Зачем я тебя сюда поставил? Чтобы ты накладывал на них паралич. Может быть, тебя немножко сместить? Ну, а что я хочу от него? Он первого уровня, он не прокачанный. Станет крепче, думаю, будет лучше. Рыцари не сдаются. Да, самурай, я свой. Ой-ой-ой-ой-ой, вот они, ребята. Эти осьминоги поперли. Мы знаем, что осьминоги — это жесть. А знаете, в чем проблема? Я неправильно все начал делать. Я в первую очередь всегда прокачиваю бомбардира. Подходите, черти! Кричит лучница у меня там. Да, они сейчас подойдут, а за ними не заржавеет дело, я думаю. Друид там кричит: на смерть! Так, мне главное, чтобы вот здесь все у нас прошло хорошо. И будем... Во! Прокачка пошла у нас. Солидно отгребают эти осьминожки. Так, главное вот этих не подпускать слишком близко, потому что они взрываются потом. Воу-воу-воу, ты куда это побежал, парнишка, а? Вернись в строй. Даже в виде нарубленных кусочков. Так, я смотрю, ребят, следующая волна тут подготавливается. Друид, ты как, хочешь прокачаться? Я думаю, хочешь. Так, 550 нам нужно, да? Для следующей фулочки. И мы это сейчас обязательно сделаем. Сейчас вот этих вот только звездочек покрошим на винегрет и дырич. Слушай, зачем вот ему ружбайка, если она не наносит никакого урона? Согласитесь, она должна быть в разы мощнее, чем этот меч. Мой герой погиб. Лежит вон, статуэтка от него. Ну что, друля, давай, родной, не грусти. Пандочка твоя здесь как раз нам пригодится. А мы вызываем следующую волну. Тут у нас и морские ежи. Ваши мечи — это теперь ваши лучшие друзья. Жены, дети, бабушки, прабабушки. У вас не будет никого ближе. Вы будете ими есть, вы будете с ними спать. А как именно нужно с ними спать? Спрашивает лучница. Хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха. Кто тут юморист? Вы думаете, у нас тут стендап? Ваши филе принадлежат мне. Я говорю прыгать, вы отвечаете: какого цвета? Я научу вас есть орков на завтрак и фашистов на обед. Вот очередной сухпаёк пожаловал. Ну, с юморком, да, нормуль здесь. Так, кто это? Мой герой воскрес. Самый ватный — это, ребята, мой герой, как ни странно. Ну что, можно, в принципе, сюда поставить лучника. Да, во-во-во-во, скользят, скользят. Такие довольные, да, когда на слизи. Как только спадает, сразу такой оскал у них появляется. На-ка, с дробаша. Рыцари не сдаются. У нас из рыцарей кто? Только я, да, по-моему. Ну и Двули, хотя я бы его назвал больше все-таки каким-то ассасином. Так, тихо, не пропускаем. Ё-моё, что там за замес-то такое происходит? Шаман опять у меня отдуплился. Господи, как он меня подводит. Друля, давай, 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 родной мой, помогай. Ты же видишь, что осьминоги двигаются дальше. Прокачиваем по-быстренькому с вами. Нам, кстати, бомбардира нужно прокачать по полной программочке. Вот что я тебе хочу сказать. Для этого нам нужно... Так, и потом, по-моему, да, 450. Это будет фул прокачка у него. Ты куда эта звездочка собралась? Отдуплилась, нормуль. Так, друид старается. Пыхтит, вызывает кроликов, да, камикадз. Осьминог, что-то с ним, ребят, не то. Эй, погоди-ка. Кто мне может помочь вот с этим осьминогом? Я думаю, Двуликий вполне должен справиться здесь. Давай, руби его на филе. А так, рыцари не сдаются. Слушай, а где у меня ниндзя? Я ниндзя не вижу. Вот он стоит здесь, прохлаждается. Ну что, следующая волна. Поехали. Опять будет какой-нибудь диалог или нет? Теперь ты в армии. Мой герой, наверное, и не рад, да? Что сюда попал. Так, нормулька, шинковка пошла по полной программе. Так, этот друид у меня прокачан по полной программе, поэтому беспокоиться больше нечем. А вот подрывник как раз-то нет. Поэтому нужно сделать его по фулочке. Давай, подходите. Наверное, можно ускориться маленечко, я думаю, да, ребят? Вот, смотрите, шаман оглушает их, да, но он сам по себе какой-то ватненький. Ой, взорвались и все, и он отдуплился. Ну, ты даешь, парень. Шаман меня почему-то расстроил в этом плане. Я не знаю, ребят, я попробую его потом прокачать, может быть, на 2 звезды. И посмотреть, что у нас из этого получится.
Так, а бомбардира там мы прокачиваем. Сразу же тогда и лучника. Нормуль. Он сейчас будет тут отжигать у нас этот бомбардирчик. Сейчас ему только раздухариться стоит. Он тут начнет поливать снарядами налево и направо. Посмотри, что он творит. Просто разносит все. К ядре не фени. Подходите, черти. Молнии такой стоит крутый. Крутышка, да? С сибарочкой. В бейсболочке. Нормуль. Так, ну что, прокачиваем с вами нашего лучника. В общем, вот этот вот отрядик у меня, да, который состоит из лучника, бомбардира и друида, он прокачан на фулочку. Остаются только вот эти вот задние ряды. Это два лучника, ниндзя. Кстати, вот здесь у меня свободное место. Пока не буду его, ребята, занимать. Вдруг там кто пойдет посильнее, да? Шаман, конечно, вот не знаю. Почему-то он меня расстроил. Он расстроил только тем, что он слишком ватный. То есть ему достаточно один пинок дать, и он падает. Хотя говорили, что он может и станцевать, и навалять, и еще там много чего. Но я этого, в общем-то, не вижу. И прокачать я его больше не могу. Видишь, следующее улучшение 530. Но он у меня всего лишь... Он даже без звездочки у меня. Просто первого уровня. Хорошо. Давайте, наверное, мы качнем нашего ниндзю. Так. Ниндзю прокачать надо будет... Все, по полной программе. И уже будем, вот, наверное, наших лучников. Смотри, 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 какая толпа идет. Ёлки-палки, тут еще акулоиды бегут. Слушай, тут уже опасно. Тут уже опасно. Просто мясо. Ты посмотри, что тут происходит. Тихо, 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 тихо. Куда это вы разогнались, акулоиды? Так, в страхе побежал обратно. Я надеюсь, мы тут справимся с вами. Мой персонаж, как всегда, уже отдуплился. Как всегда, он лежит трупиком. Ну-ка, прокачиваем. Так, опять друид летит. Скидывает нам денег на подкрепление. Спасибо ему большое. Сколько у нас, ребята? Еще две волны, да? Давайте призывать. Как только призываем волну, мой герой сразу воскрешает. Опа, а это откуда? Откуда эти аглоеды тут вышли? Все, я понял. Не надо мне больше повторять. Вот. Короче, теперь еще и отсюда поперли. Все, я понял. Давай быстрее, быстрее сюда. Молний, ой, молний. Двулик. Офигеть, крамсулька пошла. Не нравится. Ну, а шаман, как всегда, мы видим, спит мертвым грузом. Так, и, пожалуй, я сюда еще поставлю друида. Ну, ох, елки ты. Так, погоди. Они со всех сторон идут. А сможем ли мы здесь с вами справиться? Вот что меня интересует. Ты посмотри, какая ордища тут накопилась. И тут немало. Ой-ой-ой-ой, срочно улучшаем все башни, которые только сможем. Смотри, что делают, а. Проходят, ребята. Блин. Двулик, иди сюда, быстрее. Блин, ты посмотри, и тут пробегают, и тут. Молнии, ты где у меня? Где молнии? Молнии, вот он стоит. Так, ниндзю, срочно прокачиваем ниндзю. Слушай, я к этому не был готов на самом деле. Ты посмотри, что тут происходит. Ну, разобрались уже с большей половиной, да, врагов. Молнии, давай-ка. Ой, да почему я его называю молнией? Двулик, давай сюда вот беги. А мы с вами, наверное, вот здесь немножко укрепим свои позиции. Хотел сказать, давай шамана вызовем. Хотя можно было бы. Так, денежек нам подкинули, да? Это уже хорошо. Ну что, ниндзя тут справится, я смотрю, да? Довольно неплохо шинкует. Ну и у нас последняя с вами волна. Готовимся к ней. Идут. Так, шаман, ты давай не дуркуй. Он станет, да, я не спорю, но слишком короткое время для стана. Очень короткое. Поехали. Бомбим. Так, я тут что, больше никого прокачать не могу? Во. Уже хорошо. Смотри, опять у нас эти ракообразные ползут со своими ракушками. Вот сюда вот кого можно поставить? Давай, наверное, бомбардира. Да, как раз все будут идти по мосту, если пройдут, да? И он будет бомбить по-черному, по всем. Ой-ой-ой-ой, смотри, опять у меня главный герой отдуплился. Сейчас еще молния завалят. И все, ребята, и можно смело сказать, мы проиграли. Ой, сколько здоровья у молнии. Упал.
Ты прикинь, они его завалили. Давай, беги сюда, быстрее. Двулик, вся надежда на тебя. И на летающую тарелку. Ну где она там? Прилетела. Да ну, хорош, ты посмотри, сколько тут врагов. Я ведь не смогу справиться с ними. Так, тарелочка нам помогла немножко, это хорошо. Давай вот сюда прям в кучу, в замес в этот. Ёлки-палки, что тут творится? Ты посмотри. Ты просто посмотри. Срочно сюда выставлять кого, кого, кого нам выставить? Друида. Друид, давай прокачивайся по полной. Тут слишком много врагов. Хорошо, что они вот в страхе убегают. Так, тут по полной прокачано. Ниндзя, ты у меня как? Тоже по полной, да? Хорошо. Давай я сюда вызову шамана. Хоть мне не очень он понравился, но пускай стоит. Может быть, все-таки нам поможет он здесь. Так, двулик, перемещаемся сюда. Слушай, ну смотри, мы неплохо с вами справились. Очень неплохо, потому что вот это вот последние остались противники. Я думаю, что с ними сейчас ниндзя справится. Так, здесь отлично, здесь отлично. Я все время, ребята, контролирую, чтобы у меня все башни были прокачаны по полной программе. Шаман имеет две звезды. Ну а сам по себе он первого уровня, поэтому он ватный. Ну что, все, последний враг. Люблю запах тухлой рыбы по утрам. Пахнет победой. Хм, как же эти рыболюди воняют, глаза режет. Уф, победа, за свободу, мне дадут медаль за взятие. Сержант. А что? Я что сейчас говорил, великий маг, мы победили? Надо заканчивать с этими островами, пока мы не сошли с ума, как местные. Ну да, если тут рыбаки, которые показывали, какую они гигантскую рыбу поймали, тащат на себе тухлую. Мы такими не хотим быть. Так, 7-й уровень. Воу, двулик, ребята, у меня получил тоже левел. Так, нам достается шлем, 10 гемов и 5 энергии. Ну что же, мы идем с вами дальше. Я думаю, что уже вот-вот будет босс. Ну-ка, куда мы с вами переместились? Ага, ну я так и думал, что скорее всего вот здесь вот мы еще поиграем, и уже потом будет босс. Так, заходим к нашим героям и смотрим, у меня одно очко есть, да, которое можно потратить на что? Прокачать дробаш по полной программе. Хорошо, давайте требуется 10 уровень, все, я понял. Так, что у нас у молнии? Я хотел, ребята, накопить 2 очка, чтобы купить вот эту вот магию, так что пока... Отдохнет он. Так, способность сделать сверхточный надрез, многократно увеличивая урон. А вот это вот, наверное, стоит. Или же нам сделать фантомные копии прокачать. Или же нам вот... Блин. Слушай, ничего мы пока не будем, ребят. Накопим еще по одному очку и уже будем апать. Ну, а я думаю, что нам пора приступать к следующей миссии. Орактопус у нас так называется миссия. Кстати, смотрите, ребята, кто-то мне достанется. Или что это такое? Жажда крови будоражит воинов. Они получили возможность восстановить немного сил прямо во время боя. Это какой-то у нас... вампиризм. Это карточка, да? Судя по всему. Или это питомец? Пока не знаю. Приближаясь к главному атоллу, вы видите, как из клубов дыма появляется огромная фигура. Что за безумие ждет вас на этот раз? Слушай, только не говорите, что мы уже с вами будем сейчас с боссом драться. Хм, ну ячейка, это понятно. И, кстати, шамана я, наверное, все-таки уберу и возьму... Да, я лучше возьму эльфийку. Она хотя бы отравляет. А шаман просто оглушает. Да и то на короткий промежуток времени. И возьмем с вами бомбардира. Ну что, родной, давай в команду и поехали. Позвоните маме. Точно, босс. Вот он, вот этот великий мудрец, осьминог Оракул Арактопус. Хм, здоровенный. Послушайте, о... О-хо-хо-хо, новые чертенята. Синие есть, зеленые есть, а теперь и розовые пожаловали. Классное зелье сегодня у меня получилось. А теперь мое любимое развлечение. Битва глюков. Вперед, парни! Битва глюков? Ну, я так понимаю, что этот осьминог будет нам мешать, причем постоянно. Так, ой-ой-ой-ой, вперед, подожди, какой вперед? Я еще даже не успел никого это выставить. Ну, что,
Шуткуете, что ли? Ты смотри, что делать, я так и думал. Мир, бро! Лягушку лежат. Ах ты, чудила ты. Хорошо, ой, прости. Нифига он тут. Да ты достал уже атаковать. Надеюсь, никто не видел. Я, честно говоря, ничего не видел. Так, подожди, ребят, мы с вами как-то встали все в одну кучу. Давайте немножко хоть разойдемся. Ты был настоящим, а я думал, меня глючит. Октопус тут прикалывается. Да, правильно мне сказал один из подписчиков, что этот осьминог наркоман. Упс, ну да ладно. Так, давай друида вызовем. О, у меня, кстати, очень много денег. Че я тут, ребята, торможу? Давай прокачивать по полной программе. Ох, раздавил он бедного моего. О да, я гениальный художник. Дурила. Дурила ты гениальный, вот что я тебе могу сказать. Так, надеюсь, этого парня тебе не жалко? Блин, ты посмотри, что он делает. Мне тоже. Он давит одного за другим. Вызываем волну, следующую. Некогда тут нам, ребятушки, рассусоливать. Фух. Так. Причем он давит с одного удара, понимаешь? Просто дрибодан. Ну что, у меня бомбардиры прокачаны по полной программе. Это хорошо. Нам нужны здесь ниндзи. Без них тоже никуда. Это наша сила, это наша мощь. Смотрите, бомбочки, да, лежат, сейчас бухнут. Вот мне нравится, когда они взрываются. Так, тихо. Смотри, что он делает, а? Двулика мне молниями бомбит. Ладно, это пока терпимо. Слушай, я так думаю, что... Да отойди ты, а! Мне кажется, мы сейчас вот волны эти пройдем, а потом, наверное, будем его бомбить. Обычно у нас всех боссов надо бомбашить. Поэтому, наверное, надо будет здесь много-много лучников. Да кого он там опять? Ты достал, а? Осьминог. Ты просто меня достал. Нужны деньги. Ой-ой-ой, акулоиды бегут. Взорвитесь. Эх, не успели маленько. Но мне нравится. Что? Фига, он взял щупальце, выставил мне сюда морскую звездочку. Так, друля. Вот это совсем другой разговор. Слушай-ка, вот здесь, наверное, нам нужно поставить... Погоди-ка, они уже практически приблизились. У меня вот здесь вот застава моя. Мы не должны позволить им пройти, верно ведь? Верно, поэтому давай-ка еще поставим одного бомбардира здесь. Пускай бомбашит. Так, ну, если они вот там будут обходить, да. Тут у нас, в принципе, все под контролем. Смотри-ка, он выкидывает и выкидывает нам этих морских звездочек. Ты достал меня, парень, я тебе скажу. Глючит его. У него действительно в голове вот какой-то, ребят, кристалл торчит. Посмотрите на его глаза. Обдолбыш. Так, ну что, давай-ка мы докачаем нашего бомбардира. Так, давай-давай-давай, наяриваем, ребята. Почему мой главный персонаж тут стоит и ничего не делает? Только лишь двуликий, да, и молнии тут у меня отбиваются. А мой тут ничего не делает. Так дело не пойдет. Давай, ты должен у меня вообще быть на передовой. Ты же вояка. Ты должен проявлять, как говорится, всю мощь. Смотри, что делать, а? Взял, уничтожил бомбардира мне. Это я назло ему так. Так, все, прокачки больше нету. Здесь у нас, ага, 750. Отлично. Так, этот бомбардир прокачанный. Ну что, следующая волна у нас? Выходит. Что ты делаешь-то, а? Осьминог, ты достал. Отвали. Так, теперь он здесь начал подбрасывать нам всякое хламье в виде морских звезд. Ладно, это мы стерпим. Кого бы нам вот здесь с вами выставить? Друид, отойди, подожди. Видишь, он там бомбит своими молниями. Кого нам здесь выставить? Ну, я думаю, здесь однозначно нам нужен ниндзя. Вот сюда мы его выставим. Прокачаем маленько. Так. Опять акулоиды, да, бегут? Так, отойди, двулик, видишь, он там жарит. Он всю дорогу, короче, нам будет мешать. Своими молниями, да, всякой ерундой. Но бомбардиры у меня не из робких ребят. Они просто нашинковывают врагов. Что это сейчас за пробирка прилетела?
Ничего не делает, да? Я думал, отравляет, может быть? Нет, все хорошо. Так, давай, наверное, мы с вами призовем лучников. Почему вот эти лучники, ребята, хороши? Они призывают мага, который сбрасывает нам периодически деньги. Так что тихо-тихо-тихо-тихо, отходим, отходим. Ну, смотрите, самые легкие здесь это вот морские ежи, да, и звездочки. Потом уже идет по сложности... А вообще еще самые легкие это чуваки, которые тухлую рыбу несут на плечах, на руках. Так, друид, тебя... А, ты по полной, да, прокачан у меня? Темный эльф тоже по полной прокачан? Ага, светленький. Да ладно, что, убил? Нет, ребята, он в панду бомбил. Так, отойди. Да не ты, а мой главный персонаж. Так, здесь можно еще прокачать. Этим займемся сейчас. Да тут двух ниндзя нужно прокачивать мне. Все, я понял. Сейчас мы с вами что-нибудь придумаем. Так, эльфы-то у меня уже в рог могут дудеть или нет? Чтобы подмогу призвать именно этого мага, который скидывает деньги с небес. Как говорится, к нам на подкрепление. Так, давай. Ну, все, да, вот он. Вот он, ребята, сбрасывает нам деньги, и это крутенько. Это крутенько, потому что я могу... А что я могу? Могу ниндзю улучшить. Вот, следующую волну вызываем. Ты смотри, взял, просто раздавил. Опа! Офигеть ты делаешь. Ты смотри, что он творит. Просто одного за другим бомбит. Да отойдите вы, ребят. Ну что, вы не видите, что он бомбит? Ты посмотри, что, специально, что ли? Я даже не успеваю, ребята, их убрать. Просто взял и раздавил. И причем специально это все сделано, чтобы вот эти вот олухи здесь могли пройти. Друля, ты можешь уйти, а? Да. Он не дает, он просто, смотри. Вообще, что ли, он припух, а? В корень. Ладно, я тогда сделаю вот так. Раз он тех бомбардиров не давит, я буду вот здесь вот выставлять. Тихо, родные. А что это еще за мерцающий кружочек? Мне тоже не нравится кружочек. Теперь это пятнышко. Вот дурик, а. Посмотри на него. Так, что у нас тут происходит? Пока вроде бы все нормуль, да? Облизывает лягушку, гаденыш. Так, вижу будущее, кто-то умирает. Ванга, мой псевдоним. Дурак, а. Давай. Фокус-покус. Вот это был фокус-покус. Это была уличная магия. Я так и понял. Беги, спасайся, живи. У меня ж, ребята, не успел. У меня, ребята, аж горло охрипло его озвучивать. Так, давай-ка. Мир, бро. Да мир, ты уже повторяешься, парень. Так, сюда нужно нам поставить ниндзю. Ёлки-палки, что там происходит? Ой, прости. Давай. Сейчас я нарисую красное пятнышко. Ага. Красное пятнышко он рисует, естественно, раздавливая моих бойцов. Я его понял прекрасно. Так, этого парня жалко, поэтому уберем его. Кролики. Как-то они пробежали мимо причем-то. Ладно. Да хорош ты, успокойся, ты достал, а? Не попал. А ты мне нравишься, убью тебя последним. Такой довольный. Что у нас... Так, погоди-ка. Ниндзя... Тут все, да? Тут прокачка по полной. У нас больше нету свободного места, где мы могли кого-то поставить. Единственное, что... Все. Ребята, все прокачаны по полной программе, так что остается только лишь выиграть эту битву. Вызываем следующую волну. Оу! Дэвид Джонс идет, да, у нас тут? Акулоиды... Ну, я думаю, что тут все противники будут.
Так, давай бомбим их по чернаку. Не даем никакого шанса им на победу. Эльф, отойди. Вызывает, правильно. Вот светлый эльф дудит в рог, и вот пролетает вот этот маг. Дэвид Джонс упал. А это все подкидывает нам тут. Взорвитесь. Вот так. Так, Двулик, давай-ка мы, наверное, вот сюда с тобой встанем, потому что, ну, что-то как-то по-жесткому все. Пускай вот здесь он у нас будет стоять и прикрывать. Потому что они вот так вот любят тут обходить, я смотрю. Давай, готовь бомбочку. Вот эти вот самые ватные. Вот эти вот тухлорыбники, да, которые по-другому их не назвать. Слушай, может быть, ускоримся чуть-чуть? Я думаю, справимся здесь. Так, подожди. Потом мы с вами получим вампиризм. Зачем я это сделал? Зачем я призвал следующую волну? Я хотел... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вот это был, по-моему, перебор. Я хотел просто замедлить, а нажал на вызов волны. И сейчас мы за это можем поплатиться. Или же нет? Или же нет, ребята? Или же все будет хорошо? Так, ладно. Мой главный герой рисанулся. Давай-ка его вон туда перебросим. Пускай он здесь у нас будет стоять. Там и Дэвид Джонс, и акулоиды идут. Вот так, я думаю, будет оптимально у нас. Так, ох ты, а этот ниндзя не прокачанный, оказывается, был. Ну да, как я не увидел, что здесь две звездочки было. Должна быть одна большая. Так, кого он там давит? Зато пятнышко под цвет моих глаз. Издевается еще, а? Упырь. Нет, мой, ребята, герой почему-то ватный. Самый ватный. Погибает практически моментально. Оу, они даже Двулика забомбили, ты прикинь? Даже Двулика забомбили. Слушай-ка, так дело не пойдет. Так, ребята, дело не пойдет. Давайте, резайтесь, ребятули, резайтесь. Один только у меня молнии тут стоит. Где он, кстати, находится? Я его не вижу, потерял. Я потерял молнии. А, вот он. Тут один на один сражается, отлично. Так, сейчас у нас Двулик оживет. А я вот сюда вызову, наверное, тарелочку. Пускай она будет немножко их там мутузить. Да чтоб... Эй, тихо. Куда это вы там... Нет, не будем пока тратить. Магия нам еще пригодится, скорее всего. А этих мы и так забомбили, отлично. Где мой? Мой все время, ребята, отдуплившийся валяется. Видите, да? Постоянно его там колбасят. То ли броня у него слабая, то ли он сам по себе слабый, я не знаю. Как? По идее, мой главный герой, он должен быть сильнее. Самый сильный, но тут он самый слабый почему-то. Так, ну что, вызываем с вами последнюю волну. И я думаю, что этот осьминог сам уже втянется в бой. Наверное, будет своими щупальцами тут бомбить, и мы должны будем его наказывать. Смотри-ка, сколько их здесь, а? Аглоедов идет. Ну, бросает бомбы, отлично. Так, они еще и оттуда пошли, ты смотри. Со всех сторон бегут. Мне так хочется что-нибудь прокачать, у меня уже денег, куры не клюют. Смотри, 7000 голды. Да, для этого нужно, ребята, нам карточки и усиливать наши отряды. Подожди-ка. Двулик, иди сюда. Ты посмотри, что тут происходит. Срочно тарелку вызываем. Срочно тарелку, пускай она здесь их будет бомбить. Так, опять тут Дэвид Джонс идет, да, у нас? С тухлорыбниками этими. Давай, в ответочку. Вот здесь, конечно, когда они появляются, слишком маленькое расстояние у нас, да? Чтобы они могли вот сюда зайти. Че, у меня никого нету? Ну, конечно, ребята, всех поубивали здесь, смотри. И бомбардира нету, и друида нету. Стрелки почему-то у меня где-то стоят, не в тех местах. Так, давай. Денежка, зачем мне денежка? Она сейчас мне не нужна. Кстати, подожди-ка, мы же можем с вами, когда, например, убивают, да, кого-нибудь у нас из героев, я имею в виду, да, мы можем его за деньги, по-моему, быстренько восстановить. Оу,
Тихо, тихо, ты посмотри, что тут происходит. Где у меня вообще все? Черт подери, давай, наверное, вот сюда вот бросим в замес. Так, это у нас друид рисанулся. Хорошо, прекрасно просто. Черт подери. Так, молнии, ты где? Где у меня молнии? Вот он стоит где. Давайте справляться вот с этими вот. Я не знаю, как их звать, там не черепахи, раки, крабы, кто они. Подожди, нет, перезаряжать не хочу. Я не знал, что у меня, ребята, уже закончилась, оказывается, магия. И кролики тоже закончились? Вы серьезно? Ну? Где ниндзя? Я никого не вижу, абсолютно, ребят, никого не вижу. Эльфы, бомбите! Вы что тут стоите, прохлаждайтесь, я не понимаю этого. Давай. Вот он у нас. А, это копия, да, двулика? На самом деле, вот он стоит. Да, так и есть. А что это с игрой? Что это она залагала, бедная? Уже не справляется, что ли? С таким объемом монстров? Давай-ка мне тут не выпендривайся. Все должно быть четенько. Так, акулоиды. Я думаю, ребята, это последняя партия врагов. Я на это надеюсь. Магия у меня только есть телепорт. Вы видите, да? Так, ну-ка, да, вот здесь вот воскресить. Моментально мы можем воскрешать. Вы поняли, да? Я просто проплачиваю и все, и он ресается моментально. Нет, это не последняя волна. Еще вон выползли, смотри. Ракообразные эти. Так, бомбардир, у тебя все нормально, все прокачано по полной программе. Ну почему ты... Куда ты пошел? Ребят, куда он пошел? Эй! Ну-ка, давай его вот так вот. Чуть было не зашел сюда, ты понял? Фух. Справляемся так. Да что такое, я все время забываю, что у меня нету магии. Эть, смотри, что делает. Смотри, что делает. Другого варианта не было. Только телепортация. Так, а где двулик у нас? Двулик, давай иди сюда. Вот тут будешь у меня стоять и защищать. Фух, неужели справились? Напряженно было. И, слушайте, а он все выставляет и выставляет. Все, 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 родной, хорош, успокойся. Три звездочки получили, да, ребята? Это классно. Да, бой был эпичный. Я, честно говоря, думал, что мы этого босса будем бомбить, но он, видишь, не стал почему-то с нами драться. Но зато мешал весь бой. Вот это вот интересно. Что же это такое, а? Это магия или это животина? Ну как это животина может быть? Вампир, ух ты. Это конец, восьминогий. Твоя боевая рыба закончилась. Ого, да вы настоящие. Но зачем же вы пришли ко мне, господа? Я хочу обратно в мой мир. И это все? Я уж думал. Такой задымил. Дунул в меня. Малыш, чтобы попасть домой, тебе нужно лишь проснуться. Что? Я-то думал, что вы хотите узнать, как остановить конец света. И я проснулся, что ли? Неделю спустя. Рыжуха, нет времени объяснять. За мной. Не понял юмора. Это что еще такое? Время в нашем мире движется быстрее, чем в твоем. Пока тебя не было, наш сын вырос и стал суперзлодеем. Сын? Теперь он зовет себя Черным Повелителем и хочет уничтожить весь мир. Что? Ха, купился, шучу я. Всего неделя прошла. Почти все рыцари куда-то смотались, даже командир. Границы охранять скоро будет некому. Ты будешь помогать их искать, потому что лес большой, а мне еще на фитнес успеть надо. Но как ты... Хватит болтать, шевелись давай. В плане. Ух ты. Оу, ребят, смотрите. У нас с вами новая карта. И опять что-то связано с морскими чудиками, да? Так, хорошо, отлично. То есть, для того, чтобы нам вернуться в наш мир, да, нам понадобилось вот с этим осьминогом драться. А для того, чтобы рыжухе вернуть нас, просто
прилетела, взяла нас за руку и вернула сюда. Отлично просто-напросто. Ну что, теперь я, как и обещал, посмотрим вот здесь, ребята. Облачный остров. Я хочу посмотреть, что это вообще. Добро пожаловать в место, где можно проявить себя. Вы будете получать награду за каждую третью или первую после 15-й волны, которую сможете продержаться, да? Хорошо, давай начать. И посмотрим, что тут вообще из себя это представляет. Ну, ячейка, это понятно. Так, ну что, возьмем, наверное, мы бомбардира. Да, однозначно. Ну что, и давайте посмотрим, что у нас вообще здесь будет происходить. Какие волны мы с вами должны здесь отбить. Кристалл стоит какой-то, я вижу. Так, одна дорожка. А, две дорожки. Давай вот сюда, наверное, переведем молнии. Там какой-то дохлик лежит. Так, двухлик будет вот здесь стоять. Так, и давайте посмотрим. Блин, опять, ребята, короткие дорожки у нас здесь. Нам нужно, наверное, здесь бомбардира сделать. Ага, так, сюда поставим лучника. Желательно его прокачать по полной программе, чтобы он вызывал нам подкрепление в виде денег. Ну что, денег больше нету. Поехали, будем смотреть. Кто у нас тут... Да елки ты моталки. Орки, орки, да? Подожди-ка, а мы их что, видим? Видим. Так, сможем ли мы здесь противостоять? Вот что мне интересно. Давай молнией. Вот сюда вот встань. И наказывай их всех тут, пожалуйста. Мне самому интересно, как мы далеко сможем продержаться. Эй-эй-эй-эй-эй, подожди-ка. Да как он проходит-то, я не понимаю. Как мне его увидеть? Да что за бред-то? Придется вот так вот сделать. Ну, а другого варианта не вижу, ребят. Да что ты будешь делать, а? Так мы его почему-то можем атаковать. А как он в невидимости, мы не можем. В чем проблема? Так, хорошо. Давай-давай, руби им голову всем. Так, прокачиваем нашего лучника. Сюда, наверное, нужно темного эльфа или же ниндзю призвать. Я думаю, да, как вариант. Так, ускориться можно маленечко, да, наверное? Наверное, да. Так, здесь вот, наверное, еще нам нужно поставить... Елки-палки, сюда, наверное, ниндзю влепим, да? На всякий случай, вот тут пускай он стоит. Чу-чу-чу, стрелы прилетели. Ну и, конечно, нужно бомбардира, это однозначно. У него массовая атака, и он нам здесь очень хорошо зайдет. Но очень дорого все это стоит. Рубите, 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 рубите этих минотавров. Так, опять он в невидимость вошел. Опять мы его не видим, ребят. Хотя мой герой пинка ему дал сейчас. Как-то его обнаружил. Ну, пока хорошо. Это у нас, ребят, четвертая волна идет. Вроде держимся пока, вроде да. Деньги нужны срочно. И очень много причем. Очень много денег. Так, еще и варги побежали. Тыч. Давай, 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 уничтожай. Отлично. Почему так мало денег дают, ребят? Я не понимаю. Так, этого не пропускай, молний. Молодец, красава. Успел среагировать. Дрон очень хорошо нам помогает здесь, на самом деле. Так, вот здесь можно прокачать. Вот, уже другое дело. Ну, до звездочки нужной будет. До одной. Вот здесь как-то у нас слабенькая, да, защита. Здесь они проходят. Кого? Давай темного эльфа сделаем, да? Чтобы он отравлял их. Шикарно. Я так понимаю, враг с каждым разом будет все сильнее и сильнее. Вначале идут вот эти вот обычные, да? Орки, а потом, наверное, будут мощные генералы, а потом, как всегда, и огры пойдут. Мне почему-то кажется, что именно так все будет. Ты посмотри, вот они вот здесь вот проходят. Они вот здесь проходят. Я и говорю, что здесь слабенькая у нас защита. Так, бомбардира мы поставим сюда. Это будет оптимально. Так, тихо. Эльф пока не может травить, потому что не прокачанный. Вот оно что. Нормуль. Вот, я понимаю, вот этот вот парень отжигает, конечно, по-черному здесь. Всех бомбочками своими засыпает. Песик, ты бы хоть помогал бы нам, я не знаю, тявкаешь там, а толку никакого. Кстати, мы же не посмотрели с вами новую карту, которую получили, это вампиризм.
Или вампир, кто там, или это одежда, или магия, не знаю пока. Надо будет глянуть. Опа, чувак с бомбочкой идет, ты прикинь. И бросает бомбочку в наших персонажей. Так, подожди-ка, что-то тут не то. Друида мы еще с вами не вызвали, елки-палки. Я думаю, что так тяжело все идет. Без друида-то, его сразу подбили. Сразу же, только появился. Тихо ты посмотри. Ребят, что происходит? Так, 4 минуты мы с вами продержались. Там на какую? На 15-ю, да? Волну достанется нам какой-то новый приз. По-моему, так было сказано. Я надеюсь, тут не будет грифонов, потому что... Хотя лучников у меня хватает. Ага. Подбили. Ниндзю завалили. На-ка, получи. Минотавры опять бегут. Так, а вот и шаман появился уже здесь. Все-таки, мне кажется, выгодно больше бомбардиров здесь ставить. Потому что они, ну... Воу! Пошли огры и шаманы. Сейчас будет жара. У нас всего лишь 5 сердечков. То есть 5 раз мы можем позволить себе кому-то пройти. Ну, я имею в виду из простеньких. Этот-то, наверное, все 3 сердечка сожрет, если пробежит. Ой-ой-ой-ой, как-то тут совсем, ребята, туго все. Так, что такое? Кто-то новенький у нас тут. Волк-охотник. Это у нас лесные. Он отстрелит твой бачок, потому что бегать за едой самому надоело. И Мишка-силач. Раньше жил он странствующих артистов, которых никто уже давно не видел. Кидается кусками скалы, да и кулак размером с огромную голову. Как бы намекает. Понятно. Чего нам с вами ожидать в ближайшие, ребята, минуты? Огра, огра надо. Так, тут-то что происходит? В страх, естественно, убегай. Так, этого-то убьем? Убили, отлично. Шаман тут стоит. А где у меня бомбардир куда-то делся? Вот он, ребят, он был подбит, оказывается. Смотри, что делает, а? Ну-ну-ну-ну-ну. Он что, поджигает еще там? Или это у них так отхил идет? Господи, вот тут вот замес пошел. Волк лесной. Давай-ка вот так, наверное, ребят, поможем нашим воинам. Трэш полнейший, тут трэшняк пошел. В овцу, ребят, превратили и похитили. Опачки. Это что за... Это что за фокусы, я не понял. Так, убежал. Наконец-то он в страхе. Подбили. Эй! Погоди, магия в откате. Ой, как сложно. Все, ребята, очень сложно пошло. А вот, ребята, этот амбал. Вот и грифоны прилетели. У-ху-ху-ху-ху. 9-я волна. 9-я рота, ё-моё. Да как тут? Как тут сделаешь? Так, сколько ты стоишь? 50, фиг с ним, давай, ребята. Да почему ты так медленно телепорт... Мало телепорт... А, короче, понятно. Не получится, да, у меня здесь? Пробегут, судя по всему. Отвалить. Один прошел. Один орк пробежал, к сожалению. И смотри, смотри, что происходит. Еще один пролетает. Сложность. Все, ребята, мы с вами сдулись на 9-й волне. Ух ты. Слушай-ка, ну неплохо надавали мне тут. Что это за меч такой у нас? Такое оружие оставляет рваные раны, которые медленно зарастают. Ага, кровотечение делает, да? Хм. Ладно. Дальше. Я, ребят, хочу посмотреть, что мы с вами за карту получили. Можно мне ее где-нибудь глянуть? Карты. Вот, что это у нас такое? Я не могу понять. Это магия или как? Куда мне ее воткнуть? Ну-ка, давай-ка посмотрим здесь. Шмотки. Так, в шмотках нету. Хотя, смотрите, видите, вот здесь как будто бы вот... Такой же значок же был, да? Хм, я не пойму. Я, честно говоря, не могу врубиться. Так, здесь пока еще будет делаться 29 минут. Карты. Что ты такое? Наследие Дракулы. А как же мне ее... применить?
Вот чего я пока не могу понять. Как мне ее применить или куда мне ее поставить. А, вот оно куда вставляется. Это, да, понял я, ребят. Так, ну что же, давай, наверное, мы уберем вот эту вот модную доспешку кожаную. А вот эту вот поставим. То есть вампиризм, да? Наверное, я надеюсь, это будет у нас. Также мы можем прокачать с вами для лучников, да? Увеличивать дальность выстрелов. Это все нужно прокачивать. И также вы не забывайте, что у нас есть вот такое вот. Это кровотечение мы можем с вами оставлять на теле. А вот это что такое? Струшивает несколько противников с экрана вашего девайса. Это магия, да? Может быть, вот так сделать? Не знаю, не уверен, ребята. Надо все это будет тестить. Но этим мы займемся с вами уже в следующей серии. Так что, друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.